Всем привет! Сегодня я буду готовить печенье с яблоками. Простое, быстрое, очень вкусное. Понадобится мне сливочное масло 200 грамм. Сахар берем по вкусу, ну примерно полстакана. Щепотка соли, разрыхлитель, ванилин, мука. Ориентируемся на 450 грамм, ну может быть чуть побольше. Посмотрим, сколько возьмет тесто. 3 яйца, 2-3 небольших яблока. Их нужно порезать кубиками, мелкими. Чем мельче, тем лучше. Яйца разбиваем. Сливочное масло отправляем в микроволновку. Нам нужно его растопить. К яйцам добавляем щепотку соли и сахар. И немножко взбиваем. Теперь сюда же добавляем разрыхлитель. 1 чайная ложка. И ванилин. Растопленное сливочное масло. Все хорошенько перемешиваем. Муку рассеиваем и подсыпаем. Лучше всего не все сразу, а частями. Подсеяли и перемешиваем. Еще подсеиваем. Вот такое густое тесто должно получиться. Миксер уже не справляется, поэтому дальше я вымешиваю ложкой. Все, добавляем яблочки. И также все тщательно вымешиваем. Противень можете застелить пергаментной бумагой, либо смазать растительным маслом. У меня просто антипригарный, поэтому я ничем не пользуюсь. И вот таким образом, понемножечку, вот буквально 1 столовая ложечка, на расстоянии друг от друга, выкладываем. Духовку включаем заранее, где-то 190 градусов. И отправляем в духовку, примерно на 20 минут. Печенье у меня готово. Вот такое красивое, румяное, оно получается. Это первая партия. Сейчас я вторую отправлю. Можно украсить сахарной пудрой, если любите. Вот такая красота получилась. Буквально полчаса вашего времени. Изумительное, нежное, вкусное печенье у вас будет на столе. К чаю великолепно. Всего у меня их получилось 20 штучек. Ну, по моему размеру, по крайней мере, как я делала. Попробуйте сами. Уверена, вам тоже все понравится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.